Кинопоказ приурочен к Дню России. Демонстрация отечественных художественных фильмов прошла в 85 субъектах нашей страны. В Юргу зрителям показали фильм «Аркаим. Колесница времени». Такой праздник в День России, я считаю, что важно прививать такой естественный патриотизм. Патриотизм, связанный с любовью к месту, в котором ты живешь, потому что мы по-настоящему любим место, в котором находимся, только когда мы о нем знаем. Так же, как человека мы можем по-настоящему любить, когда мы знаем этого человека, ценим его качество, его проявления. Также и с историей. И поэтому важно доносить то наследие, богатейшее наследие, которое есть на нашей территории, чтобы люди о нем узнавали, чтобы они его ценили, чтобы они им гордились, чтобы они о нем рассказывали. На просмотр научно-популярного фильма пригласили сотрудников образовательных организаций города, студентов и школьников. Кинокартина «Аркаим. Колесница времени» имеет англоязычную версию, что дает возможность демонстрировать фильм иностранным гражданам. Он получился не длинный, он получился очень насыщенный, он получился яркий, он получился именно такой научно-популярный, что, мне кажется, важно для того, чтобы продвигать какую-то идею, да. И мне нравится, что он содержит в себе вот такую легкую нотку патриотизма, что после просмотра ты с таким ощущением гордости выходишь. И мне кажется, это очень важно для не только для молодежи, вообще для населения Челябинской области. Ранее фильм «Аркаим. Колесница времени» был презентован на территории всей Челябинской области. В настоящее время готовится премьера фильма в Москве в кинотеатре «Иллюзион» 28 июня с участием министра культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Конечно, про «Аркаим» мы все слышали очень-очень давно, но воочию увидеть на экране, в красках, в цвете, это, конечно, вот буквально шокировало. Понравилось буквально все, съемка фильма, произвели впечатление, вот открытие, которое они сделали, вот это вот расположение по кругу. Все это впечатляется страшной силой. Это такой фильм, обширный, документальный. Все начали говорить про него, и вот я как-то резко поднялась, и мне захотелось ходить. Начало очень интересно идет, то, как изобретали эту колесницу, какая у нее предыстория, как вообще появился Аркаим, как его нашли, мне стало интересно. Отметим, Аркаим – колесница времени, фильм о воссоздании Синтерштинской колесницы. Это результат огромного труда коллектива ученых университета, реализация которого стала возможна благодаря средствам Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив при поддержке губернатора и правительства Челябинской области и группы компаний «Южуралзолото». Научный эксперимент был проведен в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований.